I saw that you tabbed your gold medal. This is the solo. It should be something special to win the first one. На самом деле, медаль я трогаю так всегда. Просто уже не знаю, как с ней обращаться после того, как тебе ее одели на шею. Вроде пора снимать, а вроде хочется еще походить. Вот. И, конечно, это, скажем, медаль другой стоимости для меня, скажем так. Потому что очень сильно отличаются дуэтные программы от сольных, и я очень рада этой медали. How many hours do you train for specifically for solo technical, duet technical? So how do you share? У нас на самом деле очень мало времени для работы над соло, потому что мы больше делаем акцент на дуэт. Вот. На соло есть отдельная тренировка. И там же у нас не разделяется, где техническое, где произвольное. Стараемся делать акцент именно на обе сольные программы. Russian synchro swimmers are destined to win, so it's no question that you have to win wherever you swim. But how does it feel to have now became the solo swimmer of Russia and the very first race? So was it a little bit more pressure on you with this task today? Мы спортсмены, люди суеверные. Никогда мы не загадываем о своих золотых медалях. Всегда стараемся настраиваться только на свое выступление. Вот. А что касается сольной программы, я не скажу, что меня что-то сильно давило. Просто хотелось показать себя, показать, на что я способна. Все-таки сольное выступление, да, это нечто иное. Это эмоции, это экспрессия, это своя техника. Давно я не выступала в соло, но сейчас пришел тот час. Вот, ну, я не знаю дальше, что сказать. Скажите, что-нибудь придумайте.